На Дальнем Востоке России состоялся Восточный экономический форум, который проводился с целью привлечения иностранных инвестиций в этот регион. На форуме блистал Владимир Путин, выдавая своей речью по бумажке желаемое за действительное. А настоящим символом форума по праву стал глава Сбербанка Герман Греф, который искрометно за 3 секунды дал меткую оценку выступлению президента России Владимира Путина. На первый взгляд кажется, что Герман Греф зевнул от скучной и невыразительной речи президента. Но если присмотреться, то это более всего напоминает крик отчаяния. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь.